Короче, мир сошел с ума. Вложил $400, и они превратились в 83 тысячи долларов. 22-й год на дворе. Ребята, всем привет! От этого видео вам просто снесет крышу. Покажите этот ролик своим родителям, пусть просто офигеют, в каком мы сейчас живем мире. В общем, я вам сегодня покажу, ребята, какое будущее нас ждет. И в конце видео я вам покажу пошаговую инструкцию, как из воздуха заработать 200 тысяч долларов. Вот будет схема. Так что обязательно досмотрите этот ролик до конца, будет очень-очень интересно. Погнали! Начну я с такой вот лайтовой новости и перейду потом к самой жесткой. В общем, несуществующую яхту продали за 650 тысяч долларов. Ребята, виртуальную яхту, на которой вы не сможете отправиться в путешествие, виртуальная яхта, яхта в игре. Смотрите, супер роскошная элитная яхта с кабиной для диджея, площадкой для посадки вертолета и джакузи, всего за 650 тысяч долларов. Вот эта яхта, смотрите, вот эта роскошная яхта, ребята, виртуальная яхта. Вы думали, что мы будем жить в таком мире, когда будут покупать воздух за 650 тысяч долларов? Вот это, ребята, яхта. Давайте я вам покажу видео, я вот нашел видео, смотрите. Вот. Кабина для диджея. Вот, вот эта яхта. Вот такая, ребята, красота за 650 тысяч долларов. Переходим к более серьезным ценам. Землю в метавселенной продали за рекордные 2,5 миллиона долларов. Канадская компания купила 116 виртуальных земельных участков. Виртуальных участков, ребята, в игре, заплатив 618 тысяч токенов мана. Общей стоимостью почти 2,5 миллиона долларов на момент покупки. Вот, ребята, какой сейчас мир. Картинки, яхты, цифровые активы покупают за баснословные деньги. Теперь перейдем к рекордам. Да, какой же у нас рекорд? Так, 10 картинок, которые продали за сотни миллионов долларов. Вот эту вот фигню продали за сколько? А, это просто обложка. Вот 10 место, 650 тысяч долларов. Так. Вот, розу за 1 миллион долларов. Это просто роза. Это просто роза, которую раньше, мы помню, передавали по блютузу. Не по блютузу, по инфракрасному порту. Наверное, сейчас уже новое поколение даже не знает, что это такое. Вот, передавали вот эти картинки и показывали. А тут розочку за 1 миллион долларов покупают. Вот, вот эта картинка. Криптопанк. 1 миллион долларов. 1 миллион долларов стоит вот эта вот фигня. 1,6. В общем, переходим к рекорду. Смотрите. Вот этот вот винегрет под названием Every Days the First 5000 дней, короче, была продана на аукционе 11 марта за рекордные 69 миллионов долларов. Вот эту вот фигню продали за 69 миллионов долларов. Это монументальный цифровой коллаж, созданный путем публикации одного изображения в день в течение 13,5 лет. Ребята, я вам показываю, куда мы движемся. Ну разве это не разрыв мозга? Вот какое будущее. Уже оно наступило. А вы мне пишете, ехать мне на заработки в Польшу. Идем дальше. В ежегодный список Forbes людей моложе 30 лет и с доходом более 1 миллиард вошли 15 представителей криптоиндустрии. Вот как крипта захватывает мир. Пару лет назад такого не было. Смотрите, криптобизнесмены представлены в трех категориях. Финансы, медиа и искусство. Не только финансы. Понимаете, да, как криптоиндустрия, как криптосфера разрослась. Уже вот зашла и в медиа, и в искусство. И это будет, ребята, продолжаться. Вот вам тренд, вот вам тренд. Вот здесь огромные деньги. А вы мне про заработки в Польше. Вот, смотрите, состояние главы Binance оценили в 90 миллиардов долларов. Вот, Чан Пен уже наступает на пятки Уоррену Баффету. Вот, в десятке, в мировой десятке уже будут ребята, которые связаны с криптой. Вот куда все, ребята, движется. Полнейшая идет оцифровка. Цифровые активы, которые продаются за баснословные деньги. Цифровая валюта, вот куда все идет. Билл Гейтс допустил отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к 2024 году. Ребята, это уже реальность. Вот я был на конференции, ребята общались вот с командой по вот этому вот VR, одели очки, и все, и они уже с командой сконнектились,
все сидят в метавселенной это и общаются там, представляют свои проекты. Вот какая сейчас реальность. Все к этому идет. Мы будем уходить с этого плоского мира и будем переходить в 3D, будем переходить в виртуальную реальность. Это уже сейчас существует. Вы заметили, кстати, как вот такие вот вещи в нашем мире эволюционируют? Ну, это легко увидеть. Сначала все представляется как игра для развлечения. Для развлечения, а потом это все проникает в другие ниши, в бизнес, в финансы, это все проникает. Так будет и с этим. Ребята, я к чему все это веду? Здесь сейчас огромные возможности, здесь огромные заработки. Начинайте в этом разбираться сейчас. В этом очень сложно уже сейчас разобраться, а будет еще сложнее, потому что это все настолько сильно ускоряется. Мне в этом сложно разбираться, но я разбираюсь, потому что понимаю, что в этом будущее. И вот когда люди, вот, например, видят вот эти вот сумасшедшие заработки, вот вложил 400, заработал 83 тысячи. Ну неужели вы думаете, что это вот так вот все просто? Вот, на тебе $400, будет у меня там 100 тысяч долларов. Нет, это очень тяжело. Я в прошлом видео об этом сколько раз говорил. Либо нужно время, либо нужны огромные деньги, чтобы вот так вот зарабатывать. Вы же видите только верхушку, вы же видите только вот скриншот. Ребята, халявы нет, это не халява, не путайте это с халявой, это возможности. Здесь не так все просто, здесь куча нюансов. Поймите, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно чем-то жертвовать. Нужно что-то отдавать, так всегда. Нельзя вот просто взять вот так вот быстро, налегке вложить и срубить. Нельзя. Нужно жертвовать либо временем, либо деньгами, поймите это. В этом всем нужно не просто сутками сидеть, нужно еще обладать и специальными знаниями. Ну неужели вы думаете, что можно вот так вот куда-то прийти, что-то посмотреть, ага, и со $100 сделать 100 тысяч вот так вот налегке? Посмотреть какую-то инструкцию за час, вот у меня в закрытом канале, смотрите, мой закрытый канал. Где вот здесь написано у меня, что вы получите пошаговое руководство, как со $100 сделать 100 тысяч за неделю? Где здесь такое написано? Ребята, это все очень сложно. Люди не хотят работать. Люди вообще не хотят работать. Люди думают, что вот они за $300 могут купить инструкцию, как сделать со $100 100 тысяч. Нет, ребята, это невозможно. В этом нужно вариться. Вот. Недавно мне написал человек, который заработал $100 000 за месяц на NFT. $100 000. И сейчас там мне хейтеры будут писать: где пруфы, покажи пруфы, что ты там рассказываешь. Человек полгода это изучал. И только вот сейчас, вот в этом месяце смог заработать $100 000. Я так не смогу. Да, вот он мне рассказал там за 10 минут, как он это сделал, но я так не смогу. Он в закрытом канале, это человек уже давно. Он полгода это все изучал, сидел, изучал. Он работал, понимаете? Он тратил свое время. Во-первых, он сидел там, я не знаю, сутками за тем компом. Сидел. И во-вторых, он еще и программист, он софт написал. Он написал программу под это все. И вот только в этом месяце он смог заработать 100 тысяч. Он не заработал, можно сказать, эти $100 000 за этот месяц. Давайте разделим на то время, понимаете, за все нужно платить. Давайте разделим эти деньги на потраченные часы. И вот сколько он зарабатывает. И вы получите вполне реальную сумму. Ну давайте посчитаем, например, 5 часов каждый день умножим на 365 дней, например, год. Вот, 1825 часов мы поделим $100 000. На 1825. Вот, $50 в час. Опять же, я так не смогу столько времени этому уделять. Я не могу сейчас в своем положении. Программы писать я, ребята, не умею. Все. Это не сказки, это не халява. Это человек трудился. И вы будете столько зарабатывать, если вы будете в этом всем вариться. Если вы будете работать. Понимаете, вот вы зашли, например, в закрытый канал, посмотрели инструкцию. Инструкцию по IDO и ICO посмотреть это там полчаса. Полчаса посмотреть одну инструкцию. А работать вам нужно самим по 5 часов потом в день. Поймите это. Я вам могу сказать, да, как управлять эмоциями. А на деле это тяжело. Контролировать свои эмоции. Так что инструкция это одно. А потом каждый день работать над собой это другое.
Халявы нигде нет. Поэтому я нигде не рекламирую свой YouTube, свой Instagram, свой Telegram. Вы видели рекламу? Нигде. Чтобы не привлекать вот этих вот халявщиков, не привлекать людей, которые не разделяют мою философию, которые думают, что вот, халява, кнопка, бабло. Нет. И тот человек, который с $500 сделал $150,000, это не халява. Он много к этому шел. Поймите это, нужно работать. И вы будете столько зарабатывать. В общем, давайте я пробегусь по закрытому каналу. Для тех, кто интересовался. Люди спрашивают, что я получу. Да вот же я все написал. Ребята, вы единственное, что не получите, это халяву. Вот что вы не получите. Смотрите, мы вот недавно создали чаты, да? Вот, вы получите возможность общаться с другими участниками, в том числе и с миллионерами, в чатах, разбитых по интересам и уровню дохода. Вот кто-то сюда идет за общением, да, чтобы общаться в другом кругу, но не за халявой. Халявщики, не заходите, тут нет халявы. Вот, вы получите доступ к закрытым материалам по таблице капитала, как создать таблицу капитала, по моему капиталу, вы узнаете, как я управляю капиталом. Также вот инструкции по IDO, ICO, это все есть. То есть кто-то идет сюда, потому что здесь все собрано в одном месте. Потому что мы инфу добавляем. Смотрите, доступ я сделал пожизненный, я уже говорил, доступ пожизненный. Все, вы заходите, нету никаких подписок на месяц, на три, я эту всю херню полностью убрал. Вы заходите, а материалы мы добавляем. Только что-то новое появляется, мы добавляем, И акции, и IPO, и ICO, все здесь есть. Мы добавляем, поэтому цена растет. Понимаете? Материалы всегда добавляются. Вот мы чаты добавили. И опять же, чем выше цена, тем качественнее аудитория. Халявщики все отсеиваются. Они видят цену и отсеиваются. И поэтому я буду повышать. Ребята, это не для халявщиков. Я вот сам в своем закрытом канале учусь. Потому что я знакомлюсь с такими крутыми людьми. Такие крутые ребята приходят и мне такое рассказывают. Я сам обучаюсь, блин. Вот какую мы экосистему создали. В будущем, кстати, я, наверное... переименую это все, будет просто закрытый клуб, да, потому что я не хочу, чтобы это все было подвязано чисто под заработок денег. Чтобы мы там развивались во всех планах, мы даже чаты создали по отношениям, по здоровью, по путешествиям, да, чтобы люди вот находили единомышленников. То есть вот для чего все это. И по цене еще, смотрите, я написал, что после Нового года цена будет 400. Но, ребята, я вот когда буду сидеть за новогодним столом, с семьей, и вот 12 часов, я же не буду заходить, да, и сразу же менять цену на $400. Нет, понятное дело, цена еще повисит. Я не буду, да, за столом это все сидеть и менять. Вот в 21 году вот цена была 300, в 20 году была цена 200, в 22 цена вот будет 400, в 23 будет 500, а потом посмотрим, как пойдет. Так что, если вам интересно расти и развиваться вместе с нами, добавляйтесь в закрытый канал, вторая ссылка в описании, если вы не халявщик, если у вас есть запрос. Старая цена еще вот пару дней повисит. Кто-то вообще заходит в закрытый канал спросить просто совет, послушать мои голосовые и спросить совет. Все. Ему не нужны инвестиции. Он просто хочет спросить совет. Он хочет просто слушать там мои голосовые, как я делюсь опытом. Все. Смотря какой запрос. Но если вы надеетесь на халяву, вам не сюда. Так, а теперь к схеме, как я обещал, как заработать из воздуха $200,000. Вот вам пошаговая инструкция. Вот человек написал в Твиттере ее. Давайте я ее переведу. Итак, смотрите. У меня есть $2 миллиона в эфире. Я создаю NFT. Потом я покупаю сам у себя свою же NFT за $2 миллиона. В итоге, у меня есть $2 миллиона и NFT, который, согласно транзакции, стоит $2 миллиона. Да, это вот подтвердилось в сети. Вот есть транзакция на $2 миллиона. И теперь я продаю свой NFT кому-то со скидкой в 90% за $200,000. Вот, теперь у меня есть $2 миллиона $200,000. Вот вам, ребята, схема. Вперед! Вперед! Схема! Схема. Смотрите, рассказал эту схему вам за 30 секунд. А теперь попробуйте это все сделать. Вот такой вот, ребята, стёб. Создайте NFT, разберитесь, как это все делать, как это все создавать. Да это жесть, как сложно. Потом попробуйте ее еще продать, чтобы у вас ее кто-то еще купил. Ну, в общем, эту схему можно применить к любым суммам, да.
В любой сфере. В любой сфере это можно применить. Просто включайте голову, думайте, варитесь в этом всем. Я вам показываю возможности. Ребята, я проводник, а работать вам нужно самим. Самим зарабатывать вам нужно деньги. И вам не нужно будет ехать на заработки в Польшу, вам не нужно будет работать руками. Работайте головой. Да, это сложно, в этом нужно разбираться. Каждый день нужно в этом разбираться. Обучаться, разбираться, обучаться, разбираться. И вот тогда вы будете много зарабатывать. По-другому никак. Я сам вот смотрел таких ребят, как я сам. Смотрел, мотивировался. Они мне показывали путь. Я смотрел, какая сейчас там есть прибыльная ниша. И сам во всем разобрался, сам. Никто мне никаких инструкций не давал. Их вам никто не даст, никто не даст. Самим вам нужно во всем разобраться. Когда ты сам в этом всем очень много варишься, ты видишь пути, ты видишь возможности. Давай-ка я так попробую, давай-ка я так попробую. Ты придумываешь разные какие-то там схемы, как это все можно воплотить в реальность. Ты работаешь, 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 и потом находишь вот ту лазейку, как вот человек. Нашел лазейку и 100 тысяч долларов заработал. Но он не заработал их вот за месяц. Он к этому шел. Он долго к этому шел. В общем, ребята, на этом все. Буду прощаться. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк, если разделяете мою философию. Что я вам хочу пожелать? Перестаньте вестись на халяву и начинайте работать над собой. Вся необходимая информация есть в открытом доступе. Она вся в интернете. Вам нужно только чем-то жертвовать. Если у вас нет денег, вам нужно жертвовать временем. Каждый день развивайтесь, варитесь в этом, изучайте, и вы придете к успеху. По-другому никак. Если вы столько будете уделять этому времени, если вы столько будете времени в этом вариться, вы рано или поздно придете к успеху. Но нужно работать. Каждый божий день работать, 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 вариться, и придете. Все просто. Всех люблю, целую. Всем счастья, любви, больших денег. Они к вам обязательно придут. Пока.